Итак, добрый вечер. Сегодня мы собрались говорить о мужской субъектности. Заметьте, пожалуйста, что таким образом вопрос именно в дискурсе Фрейда никогда не ставился. Тот центральный, скажем так, предмет, которому Фрейд свое рассмотрение посвящает, это предмет женский. Мы знаем, как звучит вопрос, который Фрейд к женщине, а точнее к своим будущим коллегам, потому что у женщин об этом, как замечал Лакан, спрашивает бесполезно, адресует. Чего хочет женщина? Тем не менее, если мы переведем фокус внимания и обратим его в сторону мужского субъекта, то можно сформулировать дублирующий вопрос, который, правда, будет звучать иначе, а именно, что такое мужчина? Именно так вопрос в культуре и ставится, если мужчина действительно постоянно интересует, чего женщина хочет, и как, в конце концов, если не удовлетворить ее, то, по крайней мере, добиться того, чтобы она свое недовольство выказывала не слишком активно, то женщина сталкивается на протяжении жизни именно с вопросом о том, что мужчина есть. То есть, что делает его таким, какой он есть, при том, что о мужчине действительно, по замечанию Лакана, в отличие от женщины, можно говорить как о сущем, и в этом плане вопрос правомерен. Надо сказать, что действительно мужская субъектность изучена сегодня до... Мужская субъектность изучена сегодня до позорного слабого. Уже более 100 лет минуло с тех пор, как психоанализ заявил о своем возникновении, но до сих пор в нашем исследовании мужского субъекта и мужского желания наличествует немало темных пятен. Так, например, мы не понимаем даже самых простых вещей, более того, о них вопрос зачастую просто в психоаналитическом расследовании не ставится. Мы, например, не знаем, зачем, для чего, с какой целью мужчина в возрасте 5-6 лет переживает ту самую стадию, которую впоследствии будет переживать взрослеющая девушка, а именно стадию предложения себя в качестве объекта наслаждения. Причем не женщине, не матери, а именно другому мужчине. У нас нет ни малейшего представления о том, чему эта стадия служит, в дальнейшем она жестко репрессируется, не последнюю очередь вкладываясь в то самое состояние невротического вытеснения, которое мужчина, по замечанию Фрейда, вынужден поддерживать. В равной степени это касается других стадий развития мужского, например, той самой, которой я посвятил довольно много времени в истекшем году, а именно странный переход, совершаемый мужчиной от цинизма по отношению к женщине к скрываемой по этому поводу тревоге, что в конечном итоге превращает мужчину в то брачное существо, в облике которого мы его, в общем, знаем, и когда мы говорим мужчинам, мы подразумеваем именно это, существо, которое не просто с терпением относится к женским особенностям, но и вынуждено дарить женщине наслаждение, скрывая ту самую тревогу, которую эти особенности у него вызывают. Каким образом то, что, скажем, предстает, довольно хорошо показано, например, в сериалах живописующих подростков, конечно, это должен быть сериал, имеющий определенную специфику, например, сериал «Гай Германики. Школа». То есть, что делает из постоянно гогочущих молодых людей, отпускающих шовинистские шутки, терпеливых отцов и мужей? У нас тоже нет представления, как это происходит. Известно, что Фрейд полагал наличие некоторых стадий, которые так или иначе мужчины выйдут на правильную дорогу, то есть дорогу подчинения женщине. То есть, Фрейд предполагает, что мужчина рано или поздно непременно генитальным станет. При этом, как мы знаем, у Фрейда были на генитальности несколько иные, нежели у Лакана, воззрения. Он полагал, что генитальность, он об этом говорит прямо, заявляет о себе в тот момент, когда у мужчины надлежащим образом развивается подверженный воздействию гормонов половой аппарат. Если перевести это на язык того, о чем мы говорим сейчас, это означает, что, как герой телесериала «Школа», ведущий себя по отношению к девочкам, мягко говоря, по-свински, так и половозрелый мужчина, ставший отцом одного или нескольких детей, по существу находится на одной и той же стадии. И в этом плане различия, пользуясь именно языком Фрейда, по крайней мере, предварительным языком, на котором он нам о стадиальности говорит, никак не объяснить. То есть удивительно, но невзирая на то, что именно женский субъект представляется в психоанализе довольно плохо изученным, тем не менее, наблюдая за его становлением, мы обнаруживаем определенную гомогенность. В какой-то степени, и на самом деле это интуиция, которую Фрейд почерпнул из философии просвещения, где этот вопрос подробно обсуждался, в какой-то степени женщина дана готовой, целиком. Можете считать это мифом. В конце концов, это может быть мифом до определенной степени, причем мифом, который имеет шовинистские корни, поскольку речь именно о мужских воззрениях на женщину, как на существо загадочное. Но удивительно, что даже такие маститые исследовательницы, в данном случае это важно, как Карин Хорни и Мелани Клейн, тоже находили в женском субъекте что-то такое, что заявляет о его женственности с самого начала. Так, например, именно Мелани Клейн принадлежат наблюдения, согласно которым в маленькой девочке
даже учитывая, что в порядок символического с точки зрения лакановской теории она еще не вошла, то есть она не обладает языком, даже в маленькой девочке грудного возраста есть что-то такое, что помечает ее именно как существо женского пола. Что-то такое, что производит на нее само глубокое впечатление и непременно связано с оральным удовлетворением, которое, как вы знаете, я подчеркиваю на лекциях неоднократно, для женщин имеет подчеркнутое особое значение. То есть что-то такое, что говорит именно о характере этого глубинного, этого очень интимного удовлетворения, сказывается именно для существа женского пола. И это при том, что бытовые наблюдения не позволяют нам сделать подобное заключение. Известно, что в нашей культуре, где мальчику его развитию уделяется как будто бы больше внимания, я уже, надеюсь, показал, до какой степени это внимание является напускным, ложным, потому что никаких новых сведений о мальчике оно не поставляет, а лишь воспевает его как фигуру совершенно отдельную. Так вот, в этой культуре принято считать, что именно у мальчика в период орального влечения и его реализации устанавливаются какие-то особенные отношения с женской грудью. Я полагаю, что за этим стоит просто-напросто воспевание мужской силы, пусть даже она дана как обещание, как нечто реализуемое только в будущем. На самом же деле, по наблюдениям психоаналитиков, именно на девочку надлежит обращать внимание, когда об оральной стадии мы говорим. То есть то, что происходит с ее развитием в этот момент, по всей видимости, остается с ней навсегда. Чего не скажешь о мужчине. Другими словами, какой бы пластичный, какой бы подвижный шовинистский мужской миф не считал женщину, тем не менее, похоже, что дело обстоит до определенной степени наоборот. Если девочка дана, если, по крайней мере, не сразу целиком, то, во всяком случае, в ней есть что-то с самого начала, что не меняется никогда, то мальчику приходится сбрасывать кожу несколько раз. Даже на первый взгляд, подходя к нему с психоаналитической точки зрения, мы можем выделить по меньшей мере три крупные стадии развития. Первая стадия – это стадия фаллическая, в которой, как ни странно, имитируется не мужское, а женское. Да, на стадии фаллического развития, то есть в дошкольном возрасте, в старшем дошкольном возрасте, мальчик может демонстрировать то, что Фрейд называл презрением к бабёнкам. Вот я уже говорил, это термин, он важен для Ницше, вайб. Но, тем не менее, как только в поле зрения появляется существо мужского пола, взрослое существо, хотя не обязательно, мальчик тут же преображается, в нем появляется нечто очень трогательное. И мне припоминается одна сцена, обладающая довольно большой такой степени поучительностью, которую мне довелось наблюдать в поезде дальнего следования, где в одном купе оказались два разновозрастных ребенка мужского пола. Один из них еще находился в коляске, по всей видимости, не достиг третьего года жизни, то есть ему было не более двух. А другой мальчик уже вошел в то, что можно было бы назвать некоторой мужественностью, по крайней мере, на вид ему было лет 7. И между мальчиками завязалась игра. Маленький мальчик трогательно протягивал ручку и похлопывал старшего по колену, а старший делал вид, что он долгое время не обращает внимания на младшего, в какой-то момент вдруг начинал эту руку ловить. И, по всей видимости, старший в этой игре не обнаруживал ничего для себя интересного и до какой-то степени к младшему снисходил. Но для младшего, здесь есть места, для младшего это было что-то совершенно потрясающее, потому что когда на одной из станций старший мальчик вышел, младший разразился горьким плачем. И этот плащ не останавливался до тех пор, пока мать не изобрела гениальную формулу, посредством которой она этот плащ прекратила. Она сказала: «Мальчик ушел. Все». Плащ моментально оборвался, и с ним, естественно, оборвалась та самая любовная история, которая исходила в этот момент от младшего к старшему, и в которой было что-то такое, что можно было бы назвать залогом того союза, который Фрейд, очень много уделяя внимания общению особей мужского пола, в дальнейшем описывал. Так вот, если подойти к определению мужчины и мужского, то это более чем удобно сделать через лакановскую постановку вопроса, в которой всегда спрашивается о том, а чего, собственно, субъекту не хватает. Именно через нехватку, через предмет нехватки существа или субъекта можно определить. И если мы спросим о том, чего именно недостает мужчине, то ответ окажется, как ни странно, совершенно на поверхности. Другое дело, что определенные культурные установки, связанные, как Фрейд указывал, всегда с вытеснением, не позволяют нам этот ответ сразу же образовать. Субъекту мужского пола недостает другой субъектности мужского пола. Это до такой степени очевидно, это до такой степени находится в культуре в качестве ее системообразующего фундамента, что у нас зачастую недостает, так сказать, теоретической тонкости, некоторой готовности к тому, чтобы это явление оценить. Тем не менее, совершенно очевидно, что субъект мужского пола отличается тем, что ему, как, впрочем, и субъекту женского пола, недостает именно другого субъекта мужского пола. Его нехватка пролегает именно здесь. Связано это с тем, о чем я подробно говорил в прошлом и в этом году, указывая на то, как именно мы должны, собственно, субъекта определять, в частности, определять субъекта мужского. Связано это с тем, что мужской субъект отказывается от наслаждения.
он отказывается от того самого наслаждения, которое, как принято считать, предлагает ему женщина, на самом деле в этом наслаждении нет ничего специфического. Это наслаждение как таковое. Это то, что субъекту позволено, если ему не воспрещено символическое. И вот на этом моменте я бы хотел остановиться чуть подробнее, потому что он порождает недоразумение, особенно когда мы читаем Фрейда. Мы знаем, что между Фрейдом и Лаканом есть определенная разница, что если Лакана читать трудно, но при этом, если вы вработаете с его аппарат, он очень скоро станет для вас понятным и ясным, именно потому что Лакан всегда выражается определенным образом, у него есть терминология, остов, основа. С Фрейдом все наоборот. Читать его может даже старший школьник, но при этом не факт, что он что-то из него вынесет. Фрейд, оказывается, до такой степени непрозрачен, он так мягко, так, скажем так, пастельно расставляет акценты, что тогда, когда нам кажется, что мы все поняли, оказывается в итоге, что мы даже к изучению предмета, затронутого Фрейдом, и не подходили. То есть, если Лакан дает нам существенный выигрыш, потому что Лакан в этом плане подобен искусству плавания, если вы однажды его освоили, то вы никогда уже не потонете, то с Фрейдом все обстоит наоборот. Вы не можете быть уверены, что вы находите опору, и, находясь в нем как в заболоченной тенистой воде, вы по существу не понимаете, ясно вам что-то или нет. Именно поэтому прозрачность текста Фрейда так обманчива. Именно поэтому Фрейда рекомендуется, по крайней мере, в довольно образованных в этом отношении кругах, читать после того, как вы познакомились с трудами других аналитиков, не обязательно Лакана. Именно они подготовят вас к тому, что за внешне безыскусными, невзыскательными фрейдовскими формулировками, вслед за его блужданиями, за попытками объясниться, на самом деле скрывается предмет очень тонкий и непонятный сразу. Так вот, когда Фрейд пишет о культуре, мы предполагаем, что мы понимаем, о чем идет речь. Нам кажется, что культура защищает субъекта от бушующего в нем пламени инстинкта, что культура – это то, что побуждает субъекта вести себя прилично, что она то, что делает человека именно человеком цивилизованным, обеспечивая возможность взаимоотношений, продуктивной деятельности, творчества и тому подобных вещей. То есть культура – это то, что заставляет нас держать приличие. Лакан нам показывает, что это понимание Фрейда не соответствует действительности ни в малейшей степени. Нет никаких указаний на то, и Лакан неоднократно это подчеркивает, что субъект когда-то находился в бескультурном состоянии. Например, Лакан сомневается в том, что для субъекта естественным состоянием является нагота, или первобытный крик, или непосредственное выражение своих эмоций, то есть все то, что приписывает первобытному субъекту Руссо. Напротив, похоже, что культура не является чем-то таким, что на субъекта налагается извне. Напротив, если что-то и происходит, если конфликт культуры, как замечает Фрейд, неизбежен, то это не потому, что культура выступает против якобы биологического, а потому что одна часть культуры выступает против другой. То есть конфликт находится изнутри, он имманентен. Так вот, в том, что касается символического, Лакан дает ему совершенно особое определение. Символическое – это вовсе не все те установки приличия или взаимодействия между людьми, или правила такого взаимодействия, которые позволяют нам не впасть в безумие и удерживать видимость более-менее цивилизованного контакта. Символическое – это как раз-таки то, что отделяет субъекта от наслаждения, которое субъекту иногда все же дано, которое он осваивает. И так сложилось, называйте это разделение культурным, биологическим, каким угодно, но так сложилось, что женскому субъекту это наслаждение позволено в большей степени. Более того, предполагается, и именно это лежит в основе так называемого угнетения женщин, что это наслаждение женский субъект обязан получать, доставлять и транслировать. То есть есть то, что Лакан называет карнавалом, возможностью женщины вести себя более раскованно, веселиться, улыбаться там, где мужчина находит необходимость удерживать серьезное лицо. И именно это, собственно, и лежит в основании разделения полов. Здесь, в общем, спотыкается на происходящем пресловутая теория пола, которая постепенно модифицировалась в гендерную теорию, принято подчеркивать, что между ними огромная разница, что гендер – это не пол, при том, что на самом деле различие совершенно бессмысленно, потому что пола как такового, пола без символического нет. И в этом плане гендерная теория ничего особенного в эту науку не привносит. Совершенно очевидно, что гендер действительно находится на символическом уровне. Но, к сожалению, сложилось так, в том числе не без влияния тех, кто недостаточно аккуратно читал первоисточники, что гендер в итоге стал дублировать то, что мы называем полом в журналах по популярной психологии. То есть гендер по существу представляет собой набор мужских или женских черт, которые у субъекта воспитываются, которые ему приписываются, в рамках которых его заставляют себя вести и так далее. То есть по существу гендерная теория в ее современном популярном виде ничем не отличается от психологии полов какого-нибудь Вайнингера. Хотя, конечно, Вайнингер является автором нерукопожатным. То есть даже если гендерная теория представляет собой защиту прав женщины и защиту мужчины от чрезмерно мужского, от насилия в культуре, которое требует от мужчины относиться к себе со всей строгостью, если даже сам посыл гендерной теории гуманистичен, либерален в своей основе, тем не менее именно в теоретических установках в области методологии гендерная теория ничем от философии Пола Ницше не отличается. И это очень важно, поскольку сегодня нам подают эту теорию как нечто безальтернативное. По существу она находится на стороне условного политического добра, которому противостоит шовинистское мраковесие.
Эта ситуация является крайне обманчивой, в том числе по причинам, которые я указал выше. По причинам, связанным с тем, что гендерная теория по существу не является теорией полового как такового. То есть она не является теорией того, что Лакан называет сексуацией, вкладывая в это гораздо больше, нежели различия между условно-мужской и условно-женской стереотипной психологией. В сущности, то, что отделяет мужчину от женщины, это не набор качеств, совокупностей, душевных характеристик, это как раз-таки то, что связано с тем самым наслаждением, которое не дозволено в целом никому, и на этом символическое стоит. Если вы перечитаете 17-й семинар, и в частности историю Бога Яхве с этой позиции, то вы увидите, что Лакан говорит именно об этом. Существует режим, который называется проституцией. Проституция – это не обозначение социального явления, а термин Лакана, который он вводит, прочитывая Ветхий Завет. Проституция представляет собой язычество. Под язычеством же понимается не просто поклонение разным богам, но и, как вы, наверное, догадываетесь, разнообразные священные практики сексуального характера. При этом совершенно нет никакой необходимости приписывать этим практикам какую-то женскую основу. Говоря о проституции, Лакан говорит всего лишь о том, что существует такой режим, в котором серьезного лица не делает никто. В этот момент Яхва отворачивается, думая, что все сделано наилучшим образом, скрижали даны, и народ наконец-то встал на верную тропу, и Моисей возвращается, как вы помните, и начинается что-то такое, о чем мы не знаем. По крайней мере, в Библии написано об этом очень пунктирно. Мы знаем, что, оказывается, выплавлен золотой телец, и ему совершается, видимо, жертвоприношение. Кстати, многие культурологи обращают внимание именно на это. Но есть что-то такое, что не описывается именно в практике, которая составляет собой существо культа. Есть что-то такое, что касается, по всей видимости, приватного, и именно поэтому в Библию оно не попадает. Чего-то такого, что как раз-таки связано с разделением наслаждения на его мужскую и женскую территорию. Территория эта стирается. И Яхве упорствует в том, чтобы восстановить ее вновь. Так вот, именно наличие этой территории, наличие того места, куда мужчина заступать не смеет, более того, наличие активного отвращения в мужчине, проявляемого им в отношении женского наслаждения, как раз-таки символизирует пресловутое разделение полов. В психоанализе никакого другого смысла у этого разделения нет, потому что психоанализ не знает мужской и женской психологии. На территории психоанализа мы можем говорить только об отношении к объекту и к наслаждению, которое он поставляет. Именно здесь пролегает различие женского и мужского. Так вот, всякий раз, когда мужчина дает этому женскому наслаждению отпор, когда он не позволяет петь, плясать и веселиться, выражаясь словами известной частушки, всякий раз мужчина сам становится в этом плане крайне привлекательным субъектом. И та самая неравновесность полов, о которой нам прожужжали все уши, уверяя, что якобы она обусловлена причинами экономическими, что угнетение женщины выгодно как мужчине, так и государству в целом. На самом деле в анализе все это предстоит несколько с другой стороны. Мужчина оценивается выше не по той причине, что он представляет собой рабочую единицу или воинскую силу, а лишь потому, что есть наслаждение, от которого он способен отказаться. Если же он не способен, разумеется, существуют подпорки в виде тех самых скрижалей, в виде символического, в виде слова, которое так или иначе поддерживается религией или государством, которые его отказаться принудят. Механизм настолько эффективен, он срабатывает настолько рано, что, в общем-то, уже даже на довольно ранних стадиях развития мы видим существенное различие. Именно этот отказ мужчины, то, что Лакан называет кастрацией, который он подробно прописывает в дискурсе господина, делает мужчину привлекательным. Этот отказ, конечно же, с одной стороны, заставляет женщин и детей мужчину опасаться, потому что неизвестно, до какой степени жесток тот, кто жесток настолько, что он от наслаждения отказался. Но, с другой стороны, именно это делает мужчину привлекательным для генитальной женщины, потому что, отказавшись, он становится уязвимым. Женская любовь и, собственно, то, что в запрошлой лекции было названо женским счастьем, пролегает именно здесь. Это счастье иметь существо, которое само себе наслаждение не позволяет. Вот что такое брак, по крайней мере, с точки зрения женщины. С точки зрения мужчины брак остается предметом довольно темным, потому что мужчина не понимает, или, по крайней мере, демонстративно не понимает, что именно с женщиной происходит. Ему доступно только проявление, как я уже сказал в прошлый раз, вызывающее у него сильную тревогу. Мужчина эту тревогу глотает, он с ней справляется, и тем самым его привлекательность для женщины резко повышается. То есть хорошим мужем и отцом он является не только потому, что, заглотив эту тревогу, зажав ей горло, он способен становится отправлять свои родительские и супружеские обязанности. То есть дело не только в утилитарной точке зрения, согласно которой смягчившийся мужчина более выгоден в браке, нежели жестокий и гулящий, но и по той причине, что его ценность вырастает в глазах женщины именно как ценность существа, который, во-первых, а, отказался от наслаждения, которое женщине самой доступно, и которое теперь она за него, за мужчину образовывает и лелеет, и, во-вторых, он должен был скрыть тревогу. Вот эти две операции, на которых, собственно, мужское издиждется, и делают мужчину привлекательным с точки зрения вступления с ним в брак и оставления вместе с ним потомства.
Секрет заключается в том, что подобные потребности есть не только у женщины, но и у мужчины. Совершенно очевидно, что если мужчина является существом, скажем так, онтологически привлекательным, по той причине, что он совершает эти две операции, которые его отделяют от наслаждения и помещают его на место тревоги, то есть делают из него существо довольно, скажем так, рисковое, экстремальное, даже если он не делает ничего, кроме как возлежит на диване, эти операции все равно за ним, и женщина об этом знает. Так вот, некий обман, то, что происходит на уровне воображаемого, заключается в том, что именно благодаря этим качествам мужчина становится привлекателен и для мужчины. Вот здесь и возникает то пронизывающее нашу общественную систему подозрения в тотальной гомосексуализации, которая довольно неловко используется сегодня со стороны структур власти. Неловко, потому что если власть прежних периодов делала на него существенную ставку, мы знаем, как это происходило по некоторым обществам, которое поощряло подобные отношения между мужчинами, то сегодня до некоторой степени эти отношения закрыты. И это на самом деле любопытно, потому что принято полагать, будто бы наше общество движется к большей терпимости, цивилизованности. Мы видим, что на пути этого движения встречаются отдельные эксцессы, вспыхивающие локальные конфликты, практики одичания временного или постоянного. Но в любом случае интересно, что нас не оставляет вбитый нам со школьной скамьи в голову миф, согласно которому все же цивилизация ведет к росту терпимости. Многие, даже чуждые психоанализу люди, не раз замечали, что ничего подобного не происходит. Достаточно немного почитать Фуко, чтобы уяснить себе, что, например, криминализация гомосексуальности является очень недавней историей, ей не более 150 лет. До этого на подобные вещи смотрели, если не сквозь пальцы, то, по крайней мере, избирали совершенно иную меру пресечения, которая ничего общего с государственной волей не имела. То есть перед нами, напротив, не движение к тому, что можно было бы назвать толерантностью. Удивительно, как много людей на самом деле покупаются на эти истории о толерантности. Неважно, согласны ли они с ее перспективой или, напротив, активно ее осуждают. В любом случае, наивность их просто удивительна, поскольку очевидно, что никакого движения к какому-либо определенному пункту не существует. Существует лишь то, что Лакан называет смещением фокуса реального. Именно это смещение фокуса реального приводит к, скажем, цивилизационным сдвигам, когда от многобожия мы переходим к монотеизму. Именно оно привело к сдвигу, который приводит, по крайней мере, как об этом пишут в словарях, к сдвигу от традиционалистского общества к обществу современному, обществу модерна. В любом случае, перед нами не развитие, не поступательное движение, а нечто такое, что, подобно фонарю, который движется по темной местности, выхватывает то одно, то другое. Именно поэтому полагать, что речь идет о какой-то толерантности, конечно, не стоит. Напротив, сегодня наблюдается, как опять-таки многие замечают, чрезвычайный рост напряжения в отношениях между мужчинами. Рост контроля за проявлениями мужского, и удивительно, что этот рост сопровождается двумя процедурами, которые, на первый взгляд, между собой не согласуются. Одну из этих процедур я описал уже в прошлом сезоне – это процедура исключения генитализации. То есть, опять-таки, невзирая на некоторые описания, присущие скорее учебникам, выдерживающим марксистский тон, например, описание, указывающее, что за последнее время происходит значительный милитаристский всплеск, обостряются империалистские, как мы сегодня называем их, транснациональные войны, тем не менее, существует мощная сила, которая генитального мужчину, как я говорил на прошлых встречах, выталкивает за пределы, скажем так, круга цивилизованных людей. Ну, разумеется, избавиться от генитальности. Мужчина не в состоянии, но, по крайней мере, его воспрещают те проявления генитальности, которые не укладываются в то, что могло бы обслужить женское наслаждение. И это происходит повсеместно. Я указывал только, как происходит это в литературе. Мужчина, который может быть признан носителем генитальности, то есть чересчур строгий мужчина. Мужчина, который ведет очень резкую репрессивную политику в отношении, прежде всего, своего наслаждения. При том, что это касается наслаждения ребенка и женщины, им тоже многое воспрещается. Этот мужчина непременно в определенный момент становится отрицательным литературным персонажем. Я приводил пример мистера Домби, но на самом деле можно это делать повсеместно, таких примеров масса. Чуть только мужчина выказывает что-то такое, что мы опознаем в быту, как большую жестокость, хотя на самом деле мистер Добби вовсе не жесток, тем этот пример хороший и интересен. Перед нами не криминальный субъект. Жесток, как мы знаем, скорее Сайкс. Ну и то он в итоге ломается быстрее, чем Добби. Так, в любом случае, генитальность – это что-то такое, что начинает именно в современном обществе, я имею в виду в интеллектуальную сторону, ту самую, где развиваются гендерные исследования, где господствует определенная литература, где читают определенные философские работы, где придерживаются, скажем так, пролеватского взгляда на вещи, на политические вещи. Именно здесь генитальный субъект становится крайне нерукопожатным. Ему отводят какое-то карикатурное положение, ему даруют карикатурное изображение, в котором он предстает несовместимым с той самой перспективой толерантности, которую я упомянул выше. Тем не менее, это увольнение генитальности сопровождается
другим процессам, которые тоже по-своему мужчину дисциплинируют, это то, о чем я сказал выше. Это рост как раз-таки крайне нетолерантного подозрения в отношении возможной гомосексуализации. Уже один факт того, что эти процессы начинаются в один и тот же исторический момент и идут рука об руку, хотя они, как кажется, по содержанию противоположны. Один из них исходит с либеральной, условно говоря, стороны, другой консервативной. Один факт того, что они находятся в метонимическом соположении, указывает на то, что, возможно, между ними больше общего, чем принято считать. То есть перед нами два способа дисциплинаризации, как назвал бы это Фуко. И они, конечно, налагают очень серьезный отпечаток на, скажем так, проявление мужского. Сегодня мужчине не позволены те формы наслаждения от мужчины, которые были ему позволены ранее. И по существу мы не знаем, к чему это может привести. То есть, если сегодня любые отношения между мужчинами, отмеченные больше или меньше теплотой, подвергаются даже со стороны довольно-таки толерантных людей определенным подозрениям, это подозрение вспыхивает в нас образом неосознанным. То есть до того, как оно начало выражать себя в словах, прошло довольно много времени. Но по существу оно нарастает давно. Можно посмотреть на культуру США, скажем, ту самую, которую описывает Филипп Рот, культуру старого США до 50-го года, чтобы увидеть, до какой степени уже тогда господствовало ощущение, что если ранее мужчинам были позволены разнообразные формы отношения, то теперь, когда война закончилась, война, которую многие называли последней, и, в общем-то, в известной степени она последней оказалась, в отличие от Первой мировой, после которой господствовали такие же настроения, настроение, ощущение последней войны, что оказалось, как известно, ложным выстрелом. Во всяком случае, после Второй мировой эти настроения сформировали определенный тип взаимодействия мужчин, которым больше не позволено то, что им было разрешено ввиду того, и здесь связь совершенно очевидна, что ранее приходилось рисковать жизнью. То есть, как только заканчивается война, заканчиваются те формы, ну, скажем так, ползучего добрососедствования между мужчинами, которые как раз-таки на войне имеют место. Мы знаем, что война, по существу, как замечал Оруэлл, представляет собой мир, не только потому, что войной удобно манипулировать, но и по той причине, что именно война была чем-то таким, что дозволяло мужчинам находиться друг к другу в наибольшей близости. Как только война заканчивается, мужчинам больше ничего нельзя. Именно это приводит к росту гомофобных настроений, причем исходят они, как я уже сказал выше, от людей, которые гомофобными не являются. В чем, собственно, подозревают двух мужчин, которые могут образовывать содружество? Я скажу об этом ниже, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что нам необходимо все-таки разделаться с концептом, который занимает наше внимание, внимание наших детей, потому что с некоторого времени в той самой педагогике, которую я описывал, говоря о приучении маленького субъекта к распознаванию означающего животного, то есть того означающего, которое животное издает, та самая педагогика, которая приучает маленького субъекта к отражению голосам животных, та самая педагогика, которая дарит субъекту, маленькому субъекту определенные игрушки, это опять-таки послевоенная педагогика, эта послевоенная педагогика приучает ребенка к чрезвычайно высокой оценке термина «друг». И на этом строится довольно много. Нет такого слащавого детского произведения, нет такого мультфильма, нет такой детской сказки, где эта дружба не фигурировала бы. Так вот, если разобраться с концептом дружбы, если посмотреть на его историческую перспективу, то обнаруживаются очень интересные вещи. Ведь дружба – это самый «friendship», если мы посмотрим на ее концепт в эпохе Монтэня, например, в эпоху Монтэня, например, или Шекспира, этот пресловутый friendship является вовсе не отношениями равных. В европейских языках дружба – это то, что обозначает отношения людей разного сословия или разных чинов. То есть дружба – это взаимоотношения, в которых один мужчина другому мужчине помогает. Дружба – это отношения с помощником. Именно поэтому ни о каком равенстве не идет речь. Дружба – это те добросердечные отношения, которые устанавливаются, скажем, с хозяином и слугой. Если мы посмотрим на соответствующее произведение Дидро, описывающее путешествие слуги и хозяина по постоялым дворам, то мы увидим, что такое дружба по существу, как ее понимает европейский человек. И не стоит думать, что если дружба стала предметом поколенческого воспитания, если посвящено несколько сотен мультфильмов, то субъект на нее будет смотреть как-то иначе. Существуют координаты, которые не меняются, даже под влиянием того, что можно было бы назвать пропагандой. Так вот, дружба была, есть и остается чем-то таким, что позволяет мужчинам получить наслаждение украдкой, тайком. И именно потому так она превозносится, что здесь как раз-таки возникает отзвук измерения того, о чем говорилось выше, предложение одного мужчины другому в качестве объекта наслаждения. Именно это постоянно происходит в отношениях хозяина и слуги, но не в отношении господина и раба, поэтому Лакан эти вещи отделяет. Господин предлагает себя слуге именно в качестве объекта наслаждения. Его нужно обихаживать, за ним нужно ухаживать, как за маленьким ребенком, одевать его, следить за тем, чтобы он вовремя принимал пищу и так далее. Вот что по существу происходит между хозяином и слугой, между денщиком и офицером и так далее. Перед нами дружба именно в ее классическом европейском видении. Какой другой дружбы не существует, чтобы нам не пытались на этот счет сказать.
Так вот, эта дружба выполняет не просто буферизирующую роль, она не просто, как может показаться, отделяет субъекта от гомосексуального наслаждения. Напротив, именно дружба является чем-то таким, что субъекту его дарует. Именно это, с этим и связана растущая гомофобия. Гомофобия по существу, как я уже говорил позапрошлом году на специально посвященной гомосексуальности, мужской гомосексуальности лекции, связана не с тем, что субъекты получают какое-то фантастическое наслаждение друг от друга, именно мужские субъекты, потому что женское мало кого интересует, что на самом деле, конечно, очень несправедливо, я буду еще об этом говорить. Так вот, мужская гомофобия связана не с тем, что мужчины друг от друга получают фантастическое наслаждение, поскольку если каждый мужчина представляет собой то самое существо, которое возникает в результате отказа от наслаждения, именно это, как я уже сказал выше, делает это его таким ценным, потому что наслаждение может откладывать, отсрочивать. Это повышает его стоимость, как повышает хорошее вино. Так вот, отношения между мужчинами лишь ошибочно мыслятся как отношения между двумя большими ценностями, которые способны свое наслаждение суммировать и тем самым получить что-то вроде того, что Ницше называл наслаждением плюс, силой плюс. Напротив, гомофобия по существу представляет собой промахивание мимо цели, потому что, как я говорил позапрошлом году, даже при наличии реальных гомосексуальных отношений мужчины, силясь получить вот это самое недоступное наслаждение, то самое, которое мужчина отвергает, оно как бы ложится про запас, силясь его получить, они все равно получить его не в состоянии. То есть в этом плане гомосексуальных отношений не существует. Их не существует не потому, что нет мужчин, которые их практикуют. Они более, в этом плане они более чем реальны. Это могут быть даже, как мы знаем, не гомосексуальные мужчины. Оно не существует именно потому, что эти взаимоотношения не приводят к появлению нового наслаждения. Как бы, скажем, сюрреалисты 20-х годов не стились к этому наслаждению прорваться, уже понимая научный психоанализ, что оно существует, что мужчина представляет свой плод кастрации, именно поэтому он так интересен как мужчинам, так и женщинам. Как бы не сились они, устраивая оргии или просто сожительство, к этому наслаждению прорваться, они его не получали. Добыть его таким образом нельзя. То есть, как бы мужчины не практиковали разного рода сожительства, у них ничего не выходит. Не в том плане, что они не способны остаться друг с другом, а в том плане, что они не образуют ничего такого, что не образовывали между собой мужчины и женщины. Именно с этим связано биополитическое требование, обращенное со стороны гомосексуальных пар к правительству, которые хотели бы легализоваться. По существу, легализация логически вытекает из того, что перед нами точно такая же пара, что того самого чуда, которое от гомосексуальности ожидает гомофоб, не происходит. Брань гомофоба, которую адресуют именно гомосексуальным субъектам, связана с тем, что те возможность произвести наслаждение упустили. Что, предавшись тому, что сам гомофоб считает блудом, грехом, они тем самым разрушили то, что как раз-таки находится на уровне дружбы. То есть там, где вот это наслаждение до какой-то определенной степени имеет место. Только в дружбе, исключительно в дружбе, могут наличествовать практики того удовлетворения мужчины, которое он может получить только от женщины. И я возвращаю вас к прошлой лекции, на которой я говорил о заповедности брачной жизни. Брачная жизнь, об этом хорошо знал Гегель, и нам не худо бы это помнить, потому что когда мы читаем Гегеля, мы быстро устаем ввиду того, что мы не можем насытить его абстрактные словеса чем-то конкретным. То есть мы совершенно не понимаем, о чем. На самом деле наука логики – интереснейшая вещь, и не случайно Гегель всегда был и оставался любимцем Лакана. Если прочесть Гегеля именно с аналитической точки зрения, если всерьез воспринимать все эти отношения между братьями, братом и сестрой, мужем и женой, которые он так подробно в своих политических разделах разбирает, то можно обнаружить удивительнейшие вещи. Так я уже в прошлом году говорил о потаенных отношениях брата и сестры, о том, что есть нечто такое, что сестра делает с братом, и нету больше у брата в жизни такой женщины, которая делала бы то же самое. При том, что речь, разумеется, не идет о каких-то скабрезностях. То есть перед нами какое-то мимолетное удовлетворение, которое можно получить только от сестры. И больше ни от кого. И поэтому отношения брата и сестры всегда были до определенной степени освящены. Особенно это было характерно, как ни странно, для Древней Греции. И по существу Антигона именно об этом. Антигона раскрывает нам потаеннейшую тайну, согласно которой брат выступает для сестры не просто очень важным мужчиной, но и до какой-то степени он является ее кастрированным отцом, которому она приходит на помощь. Что и случилось с Антигоной, у которой ее брат как раз-таки является ее отцом. И эта потаенность как раз обуславливает то самое, что Гегель так пресно, возможно, ему правда не доставало художественного вкуса, называет в науке логики равновесием. Отношения брата и сестры, говорит Гегель, представляют собой чудесное равновесие. И нам это кажется или чересчур понятным, поскольку в случае брата и сестры происходит экземплярное представление обоих полов без того, чтобы они вступали в сексуальные отношения, то есть случай правда довольно чистый. С другой стороны, это очень тривиально. Но в целом это очень загадочно, потому что под равновесием Гегель, видимо, и понимает то частицу наслаждения, которую мужчина от сестры может усвоить. Усвоить, как я уже сказал выше, образом контрабандным, потому что больше он не получает это наслаждение ни от кого. Есть, скажем, брачные наслаждения, которые тоже невозможно получить больше ни от кого, и именно с этим связано то, что
институт брака до сих пор рассматривается, если не как нечто священное, то, по крайней мере, все же имеет хоть какую-то ценность. Если брак не рухнул до сих пор, то это потому, что существует в том, что я в тот раз назвал знанием, в этом хранилище представления о сексуальном наслаждении, существует в браке что-то такое, что действительно не сводится к сожительству. Но не в том плане, что брак представляет собой нечто освященное государством, то есть помеченное печатью символического, а в том, что есть такие вещи, которые женщина способна подарить, сама не зная того, на самом деле, она не имеет ни доброго, ни злого умысла. Но есть такие вещи, которые женщина одаряет только того, с кем она состоит в браке. Это, опять же, не нечто сексуальное. Мы прекрасно понимаем, что ничего такого из области сексуального, что можно было получить от другой женщины, мужчина в браке не получает. То есть там в этом плане нет ничего нового. Но в браке возникает что-то такое, что дает мужчине возможность реализовать вещи, которые остаются его глубочайшим секретом. Известно, скажем, как в мужских кругах относятся к браку. Если кто-то вступает в брак, то этого человека товарищи рассматривают как потерянного. Но происходит так не потому, что ему приходится больше времени проводить с женой, хотя это тоже не в последнюю очередь имеет значение, а по той причине, что субъект этот узнает в браке что-то такое, чего эти мужчины еще не знают и, в общем-то, даже знать не хотят. То есть в браке произойдет нечто, опять-таки, связанное с происходящим на уровне, который вполне уместно назвать реальным, просто потому что оно не гарантировано символическим. То есть, как ни странно, именно поэтому брак обладает такой священностью в глазах, в общем-то, традиционно настроенного общества, не по той причине, что он символический, одобрен и представляет собой реализацию на уровне символичества, а потому что в нем происходит нечто на уровне реального, потому что именно реально управляет тем, что Лакан называет невозможным наслаждением. Все это не означает, что здесь мы совершаем какого-либо рода призыв к сохранению брака, например, или выражаем сомнение в возможности гомосексуальных отношений. Все это, сохраняя свою реальность, тем не менее, остается недооцененным именно в аналитической перспективе. А раз он не получает оценки в перспективе аналитической, то, разумеется, у других субъектов тоже немного шансов об этом узнать. То есть есть нечто такое, что мы знаем просто в силу жизненного опыта, потому что сами состоим в браке и можем иметь детей. Есть вещи, к которым мы подходим, потому что нам может это подсказать женщина. Лакан неоднократно отмечал, что многие его интуиции относительно детей подсказаны его женой. Но все эти вещи, не становясь предметом психоанализа, не получают тем самым оценки на том уровне, который можно было бы назвать историческим. То есть нам не удается сформулировать, какого рода изменения, в том числе цивилизационного характера, ожидают нас по той причине, что перед нами наличествует, как я уже сказал выше, самое крупное изменение политики в отношении мужчин. Политики, я имею в виду, в области наслаждения. То есть то, что сегодня мужчине воспрещены некоторые вещи, то, что сегодня он некоторых вещей лишен, в частности, он, опять-таки, как лишен того, что может произойти в браке, потому что брак сегодня не обладает той настоятельностью, которой обладал он ранее, так он лишен и того, что он мог найти в дружбе. Потому что сегодня дружба – это что-то такое, что постоянно проверяется на наличие в ней гомосексуального наслаждения. Но если оно там не присутствует, то, естественно, само существо дружбы тоже сходит на нет. То, что мужчина сегодня лишен, в том числе в-третьих, всего того, что касается его генитальности, то есть мужчине не позволено проявлять ту самую строгость по отношению к наслаждению, которую ранее от него требовали. Сегодня буквально требуется нечто обратное. То есть то, что сегодня с мужчиной происходит третье явление, представляет собой что-то такое, последствия чего предсказать мы пока не в состоянии. Даже если бы мы, скрипя сердце, присоединились к поездке гендерной теории, то есть сочли бы, что мужчина представляет собой существо воспитуемое, что долгое время он господствовал над женщиной, проявляя свои самые низменные некрасивые инстинкты, но сегодня цивилизация больше не позволит ему этого совершать. Если даже мы встанем на такую довольно странную, откровенно говоря, точку зрения, то мы все равно не можем предсказать, что случится, если мужчину по этим трем позициям начать теснить. То, что нам сегодня говорят сторонники консервативных сил, конечно же, никуда не годится. То есть в том, что касается подозрений консерватора, обычно правы. Я не раз замечал, что консерваторы есть, по крайней мере, маленькая частичка истины, она ему доступна. Другое дело, что он выражает ее очень плохо. Ему ее не сформулировать, кроме разве что как брани и ругани по отношению к либеральным силам. Но консерватор, когда он говорит об охолащивании мужского, о потере мужчине мужественности, о том, что в мужчине пропадает нечто такое, что позволяет ему женщине управлять, он, конечно же, не попадает в цель. Происходит вовсе не это. Навряд ли мужчина решается потенцию управления. Происходит что-то такое, что Фрейд с полным правом называет вытеснением в результате расщепления. Если мужчина оттесняется с некоторых позиций, если его конфигурации наслаждения изменяются, то какого рода преобразования этих конфигураций нам нужно ожидать? То есть какой субъект перед нами появится? Появление чего нам нужно ждать? К
Конечно же, бесполезно говорить об этом как об ослаблении, о лишении жизненных сил, хотя любопытно, что многие философы, отнюдь не являвшиеся большими шовинистами, я говорю не только о Ницше и Вайнингере, есть и другие, замечали, что действительно сегодня происходит что-то подобное, что мужчина смещается со своих позиций, что ему больше не позволено проявлять власть, и тем самым, конечно, становится не таким привлекательным субъектом. Но выше я уже указал, что эти философы, конечно, ошибались, что они транслировали скорее мужской миф о самих же себе, что дело не в том, что мужчина привлекателен властью там, или побоями, которые он женщине наносит, или воспитательными мерами, которые он в отношении семейства осуществляет. Мужчина привлекателен именно отказом от наслаждения. Больше от него ничего не требуется. Он может быть самым кротким человеком на земле. Но если отказ от наслаждения совершается, если при этом ему доступно проявление этого отказа, если он проявляет себя как генитальный субъект, что не означает, что он является субъектом мачистским, как уже было сказано, в таком случае перед нами сохраняется то самое состояние, которое можно назвать состоянием разделения полов как таковым. Ибо, как я уже сказал выше, ничем, кроме как несимметричностью в отношении практики наслаждения, разница между полами не поддерживается. И я бы хотел, чтобы развеять, возможно, последние сомнения относительно генитального образа, указать на то, где он действительно встречается, где он в описании доступен. Я уже сказал выше, что с определенного времени художественная литература, а также практики кинематографа занимают определенную позицию в отношении генитального мужчины, так что мы больше не можем его увидеть никак иначе, как только в виде карикатурном, скажем, в виде киношного злодея. И в этом смысле очень ценны те литературные источники, где генитальный мужчина все же оказывается каким-то образом описан. Если я вам назову этот источник, вы будете крайне удивлены, потому что вы привыкли смотреть на него совершенно иначе. Я говорю о описаниях Достоевского. Принято считать, что Достоевский живописует мужчину сломленного, мужчину стеризованного, слабого. Мужчину, который вместо того, чтобы поддерживать честь и достоинство главы семьи, занят какими-то странными выяснениями со своей совестью, с какими-то явившимися ему мыслями или видениями, с чем-то таким, что находится за пределами брака. И в этом смысле на Достоевского распространен крайне, скажем так, с одной стороны тривиальный, а с другой стороны неправильный взгляд. Потому что Достоевский представляет собой, на самом деле, одного из немногих авторов, который представляет генитального мужчину не то чтобы как он есть, потому что есть он во множестве ипостасей, но во всяком случае в тех проявлениях, которые для него являются общими. Интересно, что эти проявления нам не даны. Мы о них ничего не знаем, зачастую даже мы сами являемся мужчинами определенного возраста. Они доступны не всякому. И это любопытно, потому что, как правило, в психоанализе принято говорить именно о женских странных состояниях, которые доступны не всякому. Скажем, вагинальный оргазм. То есть, как бы сегодня не говорили о том, что между клиторальным оргазмом и вагинальным нет разницы, потому что по существу задействуется один и тот же орган. Но все же это известно из женского опыта, это известно и подтверждается теперь данными некоторых измерений. Вагинальный оргазм представляет собой задействование клиторального наслаждения с другой стороны. Неудивительно, что женщины опознают его иначе, что дан он не всем, что многие стараются добиться его, многие им пытаются овладеть и специально обучаются. То есть тут есть какие-то особые состояния, которые знают не все женщины, но при этом это состояние является для женщины патогномоничным. В том плане, что оно отмечает только ее. Это ее секрет. Настолько потаенный, что зачастую она сама его даже не знает. Но интересно, что у мужчин есть такие секреты. Есть определенного рода эффекты, которые присущи не каждому мужчине, не каждый о них знает, не каждый доходит до такого состояния. Но, тем не менее, они патогномоничны именно для мужчины. И Достоевский их представляет в достаточно широком спектре. В частности, это то, о чем сегодня говорить нельзя. Еще какое-то время, возможно, что сама речь об этом будет поставлена под запрет. То есть она станет предметом прямой цензуры, как сегодня стали предметом почти прямой цензуры некоторые, например, шовинистские или гомофобные власти. Особые состояния, их можно было бы назвать изменными состояниями сознания, если бы этот термин не был зарезервирован за гораздо более тривиальными, малоинтересными практиками, скажем, практиками наркотического опьянения, которые никакого отношения к сексуации не имеют. Тем не менее, Достоевский довольно упорен, и он настаивает на том, что у мужчины есть такого особого рода душевное состояние, которое даже не то чтобы недоступны женщине, самое главное, они недоступны самому мужчине. То есть, если он их переживает, он о них никогда не говорит. Достоевский является единственным и уникальным рассказчиком, у которого эти переживания, эти особые состояния сознания были зафиксированы. Одним из хороших примеров такого состояния сознания является состояние мужчины после того, как он допустил неимоверную жестокость. Скажем, избиение беззащитного существа, ребенка, женщины, сексуальное насилие, особенно совершенное с особым цинизмом, когда объект насилия заведомо не мог этого насилия желать, даже собственной фантазии, жестокость по отношению к животному. В этот момент мужчина входит в какое-то специфическое состояние, которое Достоевский описывает как состояние крайнего умиления. Это состояние не является популярным.
Но, тем не менее, Достоевский на нем настаивает, по всей видимости, оно вполне реально. Другое дело, что, как я уже сказал выше, его описание находится под запретом. Вот это крайнее умиление, определенного рода даже просветление, которое, как ни странно, находится под запретом даже у Десада. Казалось бы, такой маститый живописатель разного рода жестокостей мог бы не упустить это состояние из виду, но вы его у него не найдете. Да, временами Либертен заявляет о том, что ему после совершенной пакости стало приятно на душе, но очевидно, что это совершенно не то. Подобное состояние относится скорее к чисто житейскому злорадству. Оно касается именно прибавочного наслаждения. То есть наслаждения, которое урывают кусками, которое очень быстро себя исчерпывает и возвращает субъекта обратно в лоно принципа удовольствия. Напротив, то состояние, которое описывает Достоевский, не является возвращением в лоно принципа удовольствия. Оно представляет собой усиление наслаждения, наслаждение сладострастного, горького, наслаждение крайне амбивалентного. Именно поэтому Достоевский, описывая его, прибегает к религиозным координатам, где удобно практиковать своего рода умственный, интеллектуальный дуализм добра и зла. Дуализм, похоже, не отвечает ничему конкретному, мы должны считать его просто-напросто мифом, но вот то самое состояние, которое в этот момент у мужчины возникает, поднимается, как однажды Лакан выразился, в деликатной, хрупкой душе мужчины, вот это состояние, по всей видимости, является чем-то очень патогномоничным, то есть характеризующим именно мужского субъекта, и важным для понимания того, что такое генитальность. То есть генитальность по существу акцентируется не на жестокости, потому что Достоевский не описывает причины жестокости, мы не знаем, почему субъект так поступает. Он лишь показывает, что для субъекта это нечто такое, что в жестокости не сводится. Что здесь, по существу, имеет место не садизм, который часто же мужчинам приписывают, одновременно приписывая, с другой стороны, мазохизм женщине, а дело в достижении каких-то состояний, которые иначе достичь нельзя, и которые не могут быть даны мужчине без того, чтобы совершить такого рода непотребное, действительно, разрушительное в отношении более слабого субъекта действия. То, что я говорю, ни к чему нельзя приложить. Очевидно, что мы не можем призывать к тому, чтобы мужчине было дано позволение в состоянии практиковать. Очевидно, что с ними всяческим образом будет бороться как государство, которое как раз-таки следит за тем, чтобы мужчина не разбрасывался этими состояниями зазря, так и, в общем-то, женская коллегиальность, опять же, заинтересованная в защите прав женщины. То есть речь не о том, что необходимо этого генитального мужчину, как редкого зверя, сохранять, дозволив ему проявлять свои особенные проявления, как мы дозволяем их проявлять, скажем, хищнику, который без них хищником не является. Дело лишь в том, что мы об этих состояниях не знаем ничего. То есть поучительно само их наличие, что они в субъекте обслуживают, чему они нужны. Очевидно, что то состояние, которое я описал выше, женщине ни к чему, она ничего не хочет о нем знать. Мужчина, который это состояние испытывает, не является для нее привлекательным. То есть даже на уровне самой грубой биологической теории выживания это состояние абсолютно ничему не служит. Равно как неоднократно замечалось, что ничему не служит женский вагинальный оргазм. Он не способствует ни укреплению сперматозоидной яйцеклетки, он не повышает качество потомства. То есть есть что-то такое, что Батай справедливо называл избыточным. То есть оно выходит за тот уровень целесообразности, который допустим в отношениях полов. То есть, если выше я сказал о том, что генитальность мужчины действительно для женщины привлекательна, тогда, когда мужчина отказывается от наслаждения и не проявляет свою тревогу, если для мужчины, опять же, существует выигрыш в женщине, когда она наслаждается беспрепятственно, а наслаждается она беспрепятственно именно для того, чтобы мочь дать то самое супружеское наслаждение, которому мы, опять же, не знаем ничего, если только сами случайно не оказались ему причастны. То есть, если все, что я описал выше, обладает известной целесообразностью и укладывается в, пусть дешевый, но тем не менее более-менее понятный утилитаризм, то те состояния, которые я описал выше, не отвечают ничему подобному. Они совершенно избыточны, они бессмысленны, в них нет ни малейшего толку, но тем не менее без них мы как будто бы лишаемся какого-то важного, придающего полам объем измерения. Совершенно очевидно, что никого это сегодня не интересует, что дальнейшая демократическая политика будет настаивать на том, чтобы от женщины отстали именно в отношении безграничного наслаждения, чтобы ее, скажем, не трогали в том, что касается ее оргазма, чтобы больше никто не следил, особенно не следили за этим мужчины в том, как она этот оргазм получает. Очевидно, что дальнейшее развитие нравов, я не называю его смягчением, потому что, как я уже сказал, я смягчением его не считаю, дальнейшее развитие в области нрава будет требовать, чтобы мужчина прикрывал свое непристойное наслаждение, свое непристойное умиление, которое Достоевскому удалось так удачно описать. Но, тем не менее, я лишь говорю о том, что мы не знаем, к чему это приведет. То есть, как будет сконфигурирован субъект, который этих измерений лишен, для нас неизвестно. Чем он будет наслаждаться, как будет организовано его желание, как станет функционировать его поиск объекта. Любопытно, что у Фрейда на этот счет было вполне определенное мнение. По всей видимости, он считал, что подобного рода запрещения будут усугублять дальнейшую невротизацию. Лакан уже этого не утверждает. Я полагаю, что опять-таки говорить так нет ни малейшего смысла, потому что стоять на этих позициях означает возвращаться в умеренное нитшанство.
философия-то по-своему словна, от нее много толку, но только в том случае, если прочесть ее надлежащим образом. Прочесть ее с тем, в частности, что Хайдеггер называл коррекцией, то есть прочесть ее, подвергая все то, что Ницше было сказано, сильнейшему сомнению, и показывая, как та процедура мысли, которую Ницше силится произвести, в итоге подрезает сама себя, буквально на лету. В этом отношении мы не можем проводить наивную идеологию сохранения мужского и женского. Даже если бы мы случайно встали на такую карикатурную точку зрения, в любом случае нам до сохранения было бы не по силам. Мы можем лишь констатировать, что происходит изменение, и это изменение подкрепляется тем, что Лакан говорит, в частности, об университетском дискурсе. Ибо гендерная теория является, конечно же, плодом университетского дискурса. Она представляет собой подход к мужскому и женскому, в рамках которого, как было сказано выше, можно все описанные состояния полностью исключить. Они не имеют для гендерной теории ни малейшего значения. Если их исключение происходит поначалу в том, что можно было бы назвать философской идеологией, то постепенно это исключение, конечно же, перейдет на более широкие сцены. Что нам ожидать в этом смысле, каким будет мужской субъект впоследствии, в этом плане для нас остается загадкой. Тем не менее, это обрезание отдельных его измерений не является поводом к тому, чтобы их не изучать. Напротив, по всей видимости, именно потому, что эти измерения очень хрупкие, именно потому, что свидетельств о них крайне мало, нам, по всей видимости, надлежит всерьез ими заняться. То есть задача психоанализа, в том, что касается описания разделения полов, является не продолжение той линии, которую заняла Джудит Батлер, кстати, опираясь на Лакана и Фуко, и которую она, невзирая на то, что женщина, безусловно, гениальна, тем не менее представила скорее в воплощенном виде символического Батлера, я имею в виду термин. Это не то же самое, что символическое у Лакана. И многое из того, что Батлер было в этом направлении сделано, оставляет понятие символического кастрированным. Многие измерения из него просто-напросто улетучиваются. Та идеология, которая простекает изучение Батлера, тот умеренный гендерный активизм, который мы сегодня наблюдаем среди молодых людей до 30 лет, тоже представляет собой дальнейшее выхолащивание, происходящее по этой линии. И в этом плане, конечно же, аналитическим жестом было бы аккуратное размежевание с тем понятием символического, которое практикуется в гендерных теориях и гендерных дискуссиях. Нас интересует именно то, что остается неисследованным как в области женского наслаждения, так и в области мужского запрета на наслаждение. И именно эти две линии образуют собой что-то такое, что позволит нам составить впечатление о полах, составить представление о различии полов до того, как это различие будет помечено как крайняя степень неприличия, к чему в последнее время, похоже, все и сводится. То есть, если все к чему-то идет, то, по всей видимости, к тому, что об этом развлечении будет говорить так же непристойно, как непристойно говорить в одобрительном ключе, скажем, попирании свобод. Уже сегодня многие считают, что мужское синонимично угнетению, а женское синонимично угнетенному, что и мужское, и женское синонимично угнетению в отношении, например, трансгендерных персон или персон квир. То есть в тот момент, когда определенный пол становится именем для угнетения или угнетенного, то, что мы развиваем в психоаналитическом ключе, пропадает из поля зрения. Становится неприличным, опять-таки, в этом новом викторианстве то самое, что Фрейд находил неприличным в свое время. То есть по существу перед нами под видом прогресса возвращаются те самые запреты, с которыми Фрейд, развивая психоанализ, столкнулся. И если эти запреты имеют место, то это означает, что здесь защищается что-то очень существенное. Что здесь находится что-то такое, что субъект не может усвоить. Что само разделение полов, как однажды заметил Жижек, полемизируя с Батлер, связано, по всей видимости, с этим самым невозможным наслаждением, от которого субъект всячески себя оберегает. То есть, как это ни странно в отношении спора Жижек и Батлер, по всей видимости, нам сегодня надлежит занять скорее сторону Жижека. Хотя в тот момент, когда в дискуссии этот спор имел место, он прозвучал скорее уплощенно. То есть, показалось, что Батлер занимает более оригинальную и стройную усложненную позицию, а Жижек, напротив, врывается в нее, занося в нее нечто вульгарно упрощенное. Но в любом случае, если где-то наличествует запрет, если где-то наличествует невозможность говорить о чем-то, то это представляет для психоаналитики существенный интерес. И если теория полов сегодня невозможна, то она возможна именно в отказе от той психологизации, в которой она сегодня рассматривается. То есть, если возможно возвращение рассуждение о поле, то пол должен быть возвращен не как совокупность тех или иных психических или душевных свойств, а именно как характеристики субъекта, вступающего в отношения с тем, что Лакан как раз называет смещающимся реальным. То есть, если реальность сместится до такой степени, что пол действительно не будет иметь никакого значения, и в дальнейшем субъект не будет образовывать никакого знания о том, что именно ему уникального на территории его пола надлежит пережить, то это произойдет не раньше, чем, по крайней мере, психоанализ сможет дать этому смещению границы реального свою оценку. То есть именно это и является сегодня аналитической задачей. Спасибо. Спасибо.
Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Да. А какой персонаж Достоевского конкретно использует? Речь идет о самых разных персонажах, то есть о том, который повествует о насилии над девочкой, и о том, который накормил собаку иголкой. То есть это касается и... Это касается большинства основных романов Достоевского. Ну, хотя бы имя какое-нибудь. С какого романа? Вот я не открывал, если честно, «Братья Карамазовы» сегодня, хотя у меня было побуждение. Mm-hmm. Как звали мальчика, который подсунул жучки иголку? Красотки. Красотки, точно, да. Красотки. Да. И Ставрогин из «Бесов». Да, совершенно верно. Спасибо. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Прозвучала реплика «Конфликт между природой и культурой». На самом деле конфликт между культурами внутри, да? А что значит конфликт между культурами? Конфликт между культурой, то есть культура обращается против сама себя. А что это значит? Это означает, что субъект обладает поначалу всем тем, что культура могла ему дать, а это то, что я сказал выше, это отказ от многоты, то есть отказ, который имеет место с самого начала. Мы не знаем такой стадии развития, по крайней мере, в антропологии, в которой субъект был бы наг. Это отказ от смешения кровей, то есть от вступления в инцестозные отношения. Это еще некоторое количество отказов, которые полностью сводятся, в общем, к первым двум. Этого отказа, как бы ни был он велик, оказывается в итоге недостаточно. То есть, как ни странно, культура то и дело побуждает субъекта эти запреты нарушить. То есть то, что побуждает субъекта эти запреты нарушать, исходит не из природы, а из самой культуры. А каким образом? Вот это и вопрос. Каким образом это происходит? Ну, хотя бы в каком-то виде, можете? Ну, скажем, если взять пример, приведенный Лакан на 7-м семинаре, мы знаем, что существуют заповеди, которые гласят о вещах, которые делать недопустимо. Все это тоже построено на запрете инцеста, естественно. Но культура систематически требует эти заповеди нарушать именно по той причине, что способность субъекта удерживаться от наслаждения, очевидно, что преступление представляет собой наслаждение, подвергается испытанию. То есть субъект испытывает сильнейшее побуждение убить, нанести вред. Субъект, как я уже сказал выше, в браке вступает в отношения почти что инцестуозные, потому что вступает он в них в отношения, которые напоминают ему об отношениях со своей матерью. То есть сама культура создала такие формы общежития, которые, поддерживая субъектов вместе, тем не менее систематически требуют от него нарушать то самое, что лежит на заре его символического образования. Без поломок, без самонарушений, без выступления против себя самой культура не функционирует. То есть противоречие заложено в самой культуре. Для того, чтобы субъект мог наслаждение получить, а, разумеется, без наслаждения долго оставаться он не может, от него требуется нарушать заповеди. В действиях или в помыслах, но так или иначе. То есть любое наслаждение субъекта под запретом. Всякий раз он наслаждается против символических установок. Скажем, неудивительно, что, скажем, Кант считал, например, половые отношения, любые половые отношения чем-то вроде извращения. То есть совершенно очевидно, что они необходимы субъекту, их требует сама культура, поскольку она требует воспроизводства говорящих существ. Но, тем не менее, здесь от субъекта требуется что-то такое, что по существу представляет собой возвращение к первичному инцестозному запрету. То есть, по-вашему, брак и инцест – это одно и то же? Нет, брак и инцест, конечно, не является одним и тем же, но в браке субъект, по крайней мере, с мужской стороны, вступает в отношения с женщиной, реализуя все то, что он не реализовал с точки зрения Фрейда в отношениях с матерью. Брак для того и нужен, чтобы субъект получил замену, субститут. Не матери как таковой, потому что субъекту уже не нужны те самые нежные формы ухода, которые мать в его отношении практикует. Но именно то, что мать обещала, но не дала. Вот что такое брак, по сути. Но если есть что-то, что мать обещала, но не дала, не является ли это инцестом, по сути? По крайней мере, на уровне грамматики языка. Да. Еще такой вопрос по поводу, каким способом есть лакановский, сейчас скажу, я что-то волнуюсь, лакановский фантазм вот в этой, вот в целом в этой всей концепции, то есть вы ничего не сказали по поводу вот, функции лакановского фантазма, субъекта, с объектом, как это все сопоставимо. Шейдис Лакан подробно описан в 5-м семинаре, и именно по этой причине он оказывается наиболее распространенным, занимая более 800 страниц. Уже это как бы подсказывает, какой перспективы краткого ответа на ваш вопрос. Но, в любом случае, фантазм представляет собой что-то такое, что
с одной стороны, открывает субъекту вход наслаждения, а с другой стороны, относительно природы этого наслаждения обманывает. Вот. А дальше? Да, мне так интересно. Дальше появляются дети. То есть фантазм представляет собой нечто такое, что позволяет субъекту обмануться в отношении своей тревоги. В какой-то момент субъект, не переставая ее испытывать, тем не менее оказывается от нее свободен. То есть если субъекту удается совершить то, что было сказано выше, если удается ему вступить в сексуальные отношения, то это по той причине, что фантазм образует то, что Лакан называет в 10-м семинаре рамкой. Представляя для субъекта в виде картины реальности, на какой-то момент оставляет тревогу за этой картиной. То есть у субъекта появляется возможность действовать. Если бы не фантазм, то никакого доступа к наслаждению у субъекта бы не было. Как я выше сказал, любое наслаждение субъекту запрещено, но мы этого не замечаем именно по той причине, что фантазм то и дело открывает окно. Это происходит благодаря функции объекта, которую Лакан рисует в 11-м семинаре, показывая, что именно объекта затыкает дыру, которую в то же время он в состоянии открыть. То есть он представляет собой нечто вроде затычки плавка, которая, открываясь, пускает немного прибавочного наслаждения. То есть наслаждаться субъект может в силу того, что фантазм имеет определенную структуру. Если бы не фантазм, то любое наслаждение, как сексуальное, так и любое другое, впрочем, мы знаем, что другого не бывает, для субъекта было бы закрыто. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно еще так? Вот вы сказали, что наиболее привлекательный мужчина тот, который кастрирован, которого, желание которого под запретом. Да? Наслаждение под запретом. Но вот если подумать, то тогда пределом этого был бы, наверное, целибатный священник или ксенс. Да? Правильно сказала? Вот как раз-таки дело в том, что речь идет не о сексуальном наслаждении. Более того, существует существенное практикуемое в народе подозрение, что как раз-таки священник наслаждается более, чем другой мужчина. Именно с этим связана антиклерикальная пропаганда. То есть священнику можно больше. В нем есть что-то такое, что молва называет женским. И дело не только в его платье. Я полагаю, что дело не в сексуальных практиках. Известно, что в браке, например, в этом отношении нет практически никакого запрета. Ну, разумеется, они есть, но, по крайней мере, они не очевидны. Мужчине обещают вечные взаимоотношения на этом уровне, постоянное удовлетворение. Но в то же время женщина наблюдает за тем, как мужчина делает то самое, прототипом чего Лакан называет «серьезное лицо», постоянно воздерживается от разного рода микронаслаждений. В быту или в обращении с ребенком, при просмотре телепередачи, на которую, как известно, мужчины и женщины реагируют по-разному. Там, где женщине, скажем, дозволено умилиться каким-либо животным, мужчине, конечно же, дозволено сделать то же самое, если он желает, но, в общем-то, что-то его от этого удерживает. То есть существует масса проявлений, которые мы, опять же, склонны проводить по инстанции психологической, которые отличают мужчину от женщины именно там, что там, где женщина получает разрядку, то есть там, где она совершает возгонку наслаждения, мужчине приходится удерживаться. В довольно неплохой статье Бадю, посвященной любви, так и называемой любви, которая написана по следам лакановских семинаров, Бадю, как ни странно, это вызвало такое удивление, что эту статью почти не обсуждают. Определяют женщину как субъекта требовательного и болтливого, а мужчину как немого и жестокосердного. При том, что Бадью сразу оговаривается, что дело не в возвращении шовинистских воззрений, а в тех процедурах знания, которые субъект производит, сносясь со своим наслаждением. То есть речь идет не о психологии, а о сексуации. Он характеризует не каждого мужчину и женщину по отдельности, а именно ту процедуру, в которую они вовлекаются на пике требования к проявлению их сексуации, к проявлению их знания. То есть как бы это примитивно не звучало, но именно здесь анализ как раз-таки, как я говорил уже несколько раз, подходит к тому самому сексуальному знанию, знанию о сексуальном, которым обладает почти каждый субъект, но который он не артикулирует. Особенность гендерной теории, особенность современных политических воззрений, которые простроены на базе современной философии, в том, что они против этого знания обычно выступают. Они требуют, скажем, чтобы мужчины и женщины не только находились в равном экономическом положении, на самом деле в этом требовании ничего, природа ни мужчины, ни женщины не оскорбляет, вообще никак не касается. Но оно, скажем, требует, чтобы между мужчиной и женщиной не было бы никакой разницы, кроме той, которая навязана обществом. Что любая разница между ними навязана обществом, что речь идет о гендерном насилии. Вот что по существу говорит нам гендерный активизм. Удивительно, что в этом плане он как раз-таки против того самого знания, каким бы консервативным оно ни было, но во всяком случае оно себя на уровне опыта оправдывает. Против этого знания гендерной теории, вообще современная философия, скорее склонна выступать. Так как в анализе нам нужно дать этому знанию объяснение. Оно не является простым. Процедура, с помощью которой Бадью объясняет свой тезис, занимает более 15 страниц. И там введено порядка 10 новых терминов. То есть, по существу, делом анализа, ну, вы прекрасно понимаете, является предоставление аппарата объяснения для тех явлений, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но в которых или не даем себе отчет, или не можем их артикулировать, или не считаем их значимыми, или не понимаем, какие явления из них вытекают. Вот что является аналитическим делом. Спасибо. Давайте последний вопрос. Скажите, а какой источник мужского желания имеет
то явление, которое было описано в феминистской мысли в терминах адъективации и в мысли Жижика как особое убийство женского субъекта. По всей видимости, Лакан бы возводил это желание к тому, что сам он называет влечением глаза. Если вы не помните 11-й семинар, ну, хотя бы в Жижиковском пересказе, то существует влечение глаза, которое влечется не в прекрасной форме, как это утверждали классицисты, а к чему-то такому, что Лакан называет яркой точкой, пятном. То есть влечение взгляда – это по существу то, что пригвождает. И поэтому, по замечанию Лакана, каждый глаз оказывается дурным. Именно поэтому в культуре не существует доброго, хорошего, сопроводительного глаза. Лакан спрашивает, приводя пример, по-моему, из «Исхода», не является ли тот самый глаз, который сопровождает героев путешествия, чем-то таким, что его оберегает? То есть не существует ли все-таки глаза доброго, который присматривает, который хранит, скажем, глаза божественного? И Лакан отвечает, что по его личному опыту чтения, равно как по его аналитическому опыту, доброго глаза не существует. Даже если глаз не имеет дурных намерений, если он присматривает, оберегает, приглядывает за субъектом, он все равно его пригвождает. То есть глаз является злым, недобрым, именно по той причине, что глаз воплощает собой наилучшим образом ту самую функцию символического, которая связана с ударом, пригвождением, нанесением зарубки, повреждением, которое доступно глазу и которое отмечает субъект как выделяющегося, с чем и связана, скажем, функция метки, которая наносится раскаленным ножом или каким-либо другим предметом. То есть глаз по существу и есть наносимая метка. Именно поэтому в среде, скажем так, более примитивной, более мачистской не принято смотреть друг другу в глаза. За взгляд можно ответить. Потому что глаз по существу – это существенное вмешательство. Оно невыносимо, оно оскорбительно, оно проставляет метку, клеймо. Благодарю вас.